Сегодня у нас 10 сентября 24 года. Это монастырь Инунден. Инунден. Зона Фронтиер Сорокского района. Вот такой вот вход в церковь. И вот один крест прямо над входом. Один там наверху, другой там. И крест Иисуса Христа. Как Иисус Христос несет свой крест. Вот. Это алтарь. Видите? Алтарь отделен. Вот там слева алтарь. А это маленькая церковь. Вот верующие посадили герань. Вот это левая икона. Это святой Николай. Потом архангел Гавриил. Божья Матерь, царские врата. И вот подсвечники. Вот. Вот они сделали такой мезонин. И дубовые деревья. Очень много дубовых деревьев. И распять. Иисус Христос несет свой крест. Сейчас мода многие так вот делают. Такие вот ночью тут горят фонарики. Вот. Там вот колодец. Ну, такая церковь красивая. Вот эти вот дубы, дубы. Две собачки здесь хапкают. И маленькие фонарики. Фонарики сделали. Вот Иисус Христос как несет свой крест. Видите? Это когда он шел на Голгофу, нес крест свой.